Приучать к порядку необходимо детей всех возрастов. Не спешите убирать за детьми их игрушки, карандаши, одежду или другие вещи. С такой задачей способны справляться даже двухлетки, не говоря уже о детях постарше. Все, что нужно, это дать им понять, почему так важно поддерживать порядок. Если вы находитесь на площадках общего пользования, расскажите ребенку, что в эти же игрушки после него будут играть другие дети, и им было бы приятно найти все на своих местах. Это также поможет воспитать у ребенка чувство ответственности. Старший ребенок может стать отличным примером для младшего, ведь младшие любят все повторять за своими братьями и сестрами. Хвалите обоих детей за их старания, поощряйте попытки помочь друг другу и упорство.